прекрасные люди! Люд, любят свою жену. Те же, кто их обожает, как правило, их надували. Ну, женщины хотят, чтобы их обожали. Обожали. Декорации, аутентичные наряды, музыкальное сопровождение и безупречная игра актеров – все это переносит зрителя в Англию XVIII века, где молодой граф берет в жены дочь обедневшего барона Евгению. Однако свадьба оказывается фиктивной. Граф обманул влюбленную девушку, а сам собирается жениться на богатой аристократке. Изобилие комедийных сцен и абсурдность происходящего делают, казалось бы, драматичную ситуацию легкой и ироничной. Спектакль по пьесе французского драматурга Пьера Бомарше ставила режиссер Софья Рубина. Для постановки выбрали пьесу оригинального жанра «Театральную шутку». Ну, хотелось сделать что-то легкое, какую-то легкую комедию, ну, чтобы она была не банальной, не надоела всем, что-то необычное. И мы нашли такой материал, никто его не ставит. Это первая пьеса Бомарше. Заставить зрителя заплакать в 1000 раз проще, чем засмеяться. Мы хотели создать хорошее настроение зрителя. Вжиться в роль, отыграть нужные эмоции, показать суть произведения, мастерство, которое нужно постоянно оттачивать, а понять и принять своего персонажа – одна из главных задач, рассказывают актеры спектакля. При работе над персонажем мне было интересно понять, почему он такой, почему он так поступает, почему он делает так или не иначе. Поэтому я думаю, что и зрителю будет очень интересно это увидеть. Ну, трудности всегда возникают на каких-то моментах определенных, там, может быть, с текстом, с повтором каких-то фраз разного звучания. А так мы придумывали спектакль, жанр шутка, а шутить надо серьезно, тогда будет смешно, наверное. Зрители действительно и смеялись над шутками, и сопереживали главным героям. Спектакль никого не оставил равнодушным. Нам вот очень понравился спектакль, он такой необычный, как бы, и очень интересный. Спасибо большое театру. Спасибо большое за впечатление, за игру актеров. Очень приятная такая, хорошая игра актеров. Да, позитивный спектакль. Я думаю, что в это время это очень важно. Светлана Кудрявцева, Евгения Усова, Григорий Плешаков. События.